Только русские туристы водят коврики для лежания. Я подхожу, смотрит на них. Эти удивительные коврики, которые пахнут табаком, их нигде, кроме Малайзии, не найти. Только в Малайзии. Поэтому мы их вывозим из Малайзии темпами. Причем лежали мы не всего один раз. Таможенник был в шоке просто. Ну хорошо, что матрас. А слушай, матрас же, ты надеюсь, не сдавал матрас в багаж, Андрей? Надуем, кстати, будем. Слушай, реальная тема. Кстати, да, надо было. О, проходим контроль.